Всем привет! Сегодня я покажу вам вариант защиты от мошкары, воробушков, возможно мышек, чтобы они не залазили в подкровельное пространство и не вытаскивали ваши утеплители. Вот таким вот образом выглядит фиксация. Вот, желаю вам крыш без мышей, чтобы по вашим потолкам не бегали мыши и воробушки, всякие мелкие птички не вытаскивали утеплитель из-под кровли. Подписывайтесь на канал.